Ну чё, по коням? Подождите, кони. Сивые. Because I had the flair. Er war ein Virtuose, war ein Rock-Idol. Und alles rief, da kann man rock me, aber der ist nur mit Нужно на одно отверстие еще опустить мотор. Ниже? На одно отверстие. Ему не хватает еще. Да. А так, по предварительным данным разведки, вот, значит, показываю скрин. Вам какую скорость сначала показать? По течению или против? Против. Против. То есть у тебя что ли стакан всегда наполовину пуст? Конечно, чтобы вот всегда набирать. Блин, против течения 43. А по течению 48. По течению 48. 54. Кильватор вообще чистый, хороший. Брызгов нет, но чуть-чуть небольшой есть. А винт у нас там штатный 11. А винт здесь стоит 5500 оборотов крутит. Ну нормально, 5500. Все, тахометр работает нормально. Да. 5500 оборотов. Но единственное, что можно, так это попробовать пониже. Ну, выход на глиссер опять же. А ты вот когда отходил, я тебе кричал, мотор подожми, ты его в самый низ? Практически, включил? Да, самый низ поджат. Ну, видно, что? Там стоит отверстие, ну, достаточно высоко. Ну, а выход на глиссер сами видели сразу. А, Серега, надо залезть, прокатимся сейчас вдвоем. Выход на глиссер. Разворот. Против течения.
Леньки, а что это вы тут делаете? Геббельсами работаем. Сейчас сделаем тонкие настройки. Выбирай любую. Тоненькую настроечку. Сейчас посмотрим. Кильватор у нас красивый. Выход на глиссер хороший. Но да, нам... мы тоже красивые. Но нам этого недостаточно. Мы сейчас немножко приподнимем и проверим. Может быть, скорость будет чуть выше. А может быть, наоборот, брызги пойдут. То есть непонятно. Будем смотреть сейчас. Делаем непонятно. В любом случае, давно этого не делали. Пора квалификацию подтвердить, чтобы... Блядь, лодка с мотором поимела максимальную квинтэссенцию ходовых качеств. Он владелец следит, не? Сейчас приземлиться, будем лодку сдавать. Максимальную квинтэссенцию. Квинтэссенция. Квинтэссенцию. Квинтэссенцию. Куанта-Коста. Мы знаем хорошее слово, Куанта-Коста. Что обозначает, не знаем, но слово красивое. Это означает, сколько стоит. А еще мы знаем Моменто Море. Помни о смерти. Да ты итальянец. Да, мачо. Еще опускаем. Надо спустить ее с этой. С чего? Дим, а? С кантика можешь ее спустить? Да. Сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Мои пальцы. С железного кантика? Да. Стоп. Все? Нет, спустили? Нет, неровно легла. Чуть-чуть еще приподнять. Давай. Серег, твою сторону, вот так. Вот ровно. Опускаем. Опускаем? Да, опускаем. А, пальчик не задавить. Ну так, просто надо... сдвиньте, просто налево. Давайте. Давай. Стоп, все, идеально попали. Закручиваем. Пока следствие идет. Все схемы хватит раскрывать. Ты что наши схемы по скорости мы особо не прибавили, там может быть спорный 1 километр, но такое впечатление, что лодка идет вообще легко и все, и ровно держит курс, вообще ее вообще не колбасит, ничего, идеально. Обороты не изменились? Нет, такие же 5500 и остались. Ну, наверное, так и надо ставить. Да, ничего особо не изменилось, но такое вот впечатление, что как будто мотор легче. Полегче, да? О! Сереж, огромное спасибо. Спасибо большое. Супер-пупер комплект. Вот, а это нам привезли подарки с севера. Представьте. Клюква, брусника. Вон он блёт. И черника. Представьте. Какие у нас благодарные наши заказчики. Наши друзья уже не заказчики. Вот, будете спасибо. Будете у нас на севере, звоните. Спасибо большое. Я вам экскурсию организую. Да. Вы же никогда не были на самолёте? Нет. Ну вот в мае, 25 мая поедем, позвоню, если там будете, мы к вам заедем. Буду обязательно. Поедем треску ловить и заедем к вам. Ну, спасибо большое. Все, хорошей дороги. Надо снять, когда мы еще такой будем делать. Когда у нас еще будет такой мазохизм. Дубль один, что-то там щелчок один. Горит, там... смотри, дым какой идет. Короче, мотор, камера пошло. Сегодня в нашем эфире. Короче, дело тонкое, ребята. Море.
Подожди, ну. Блин, сейчас у меня длинный нос-то не снимай. Да я туда хотел снять. Так вот сейчас ты тычешь мне прямо в нос. Да я вот туда хотел снять. Да, короче, море дело тонкое. Поэтому будем каждый провод мы обязательно пропаивать. Так, сейчас уберем вот отсюда вот этот вот шлак лишний. Вот эту грязюку вот эту уберем. Ничего себе, сколько золота у вас там. Золото. Потом вот так берем. Макаем. Опаньки. А? Красотища. И будет контакт. Без всяких. Опасно, однако. Без всяких окислений будет. Так, надо этот большой огонь слишком. О, смотри, как хорошо. Вот сейчас этот кончик тоже. Это у нас коробку питающую идет. Вот так, раз. Раз. О, вот так вот. Да вы чародей. Мак огня. Смотри. Я не волшебник, я еще только учусь. Но мне кажется, что все еще может кончиться очень хорошо.